болельщиков за вдохновение, помощь и поддержку. Вот теперь можно кричать, хлопать и поддерживать своих болельщиков. Зовут Кота Балова, у нас на Матище. Благодарит областного университета Павла Николаевича Хоменкова, проректора по воспитательной работе и молодежной политике Вячеслава Валерьевича Харихина, а также руководителя службы психологической поддержки Настасью Александровну Скоробогатову. В общем-то, команда КВН «Бомбалейла» закрывает сезон подмосковной лиги КВН. Последний конкурс на сегодня силами этого прекрасного женского коллектива «Бомбалейла» на сцене. Заканчивается. Мы в подмосковной лиге отыграли 2 сезона, и пришло время попрощаться. Чем Кагара, ты целый ара, еще музумы, баримны ара. А что ты пожелала ему на прощание? Ну, я типа сказала, давай, до свидания. Прощание ведь всегда отвечает, как по Москве уж Бог скучает, как по вору пустит Акутин, как по жене тоскует Путин. Вам никогда не понять моих страданий, нет в мире слов для этой драмы, труднее всех из расставаний. Когда уходят килограммы, а я по всем буду скучать. Ты права. Пока, Сережа, весь год ты был слева, я справа. Между нами девчонок стояла орава. Не подходил, не целовал, я смущалась тоже. Но теперь время пришло. Пока, Сережа. Пока, Никита, может, проводишь до вокзала, чтобы я тебе хотя бы маме показала. Там всего 15 сумок и чемодан оставить. Ну как я могу тут все это оставить? Ну ничего, встретишь Новый год дома, сходишь на елку, посмотришь телек. Кстати, я слышала, ты депутат, пожалуйста, вышли денег. Пока, Ассайд, надеюсь, слышишь меня? Ведущий, лав-радио, там все дела. Зря на тебя я только время потратила. С тобой лав можно делать только по радио. Что прям печаль. Пора когда не понять моих страданий, не заживет на сердце рана. Труднее нету расставаний, чем мои попы и дивана. Мама.
завтра обниматься не будем. С любовью, твоя Бабалая. Команды этого финала на сцену. Друзья, давайте поаплодируем.